Добрый день. Сегодня у нас на распаковке кроссовки зимние. Заказывал, подключал кэшбэк к нему, ИПМ сервис, и за них мне пало больше доллара. Там доллар еще. Подобный заказывал, но размер не свой указал. Сейчас заказываю повторный раз. Второй раз их. Упакованы они, ну, мягко говоря, не очень. Попырка и все. Ну, там можно заказать подарочный вариант, коробочку. Запах клея присутствует, конечно, в этих кроссовках. Тут вот такие штучки, что форма сохраняется. Сейчас я заказал свой размер. Протектор, он какие. И мех здесь. Мех, мне кажется, очень хороший. Так, вот 42 размер себе заказал. Здесь не видно. Тут у них логотип. Какой-то их вот непонятный мне. Что еще сказать? Все проклеено и прошито хорошо. Но запашок есть. Запах клея. Только что, видимо, с завода. Опять какой-то логотип. Так, сейчас попробую, как оно будет мне по ноге. Вот эти кроссовки мне как раз. Хотя у меня вроде как 41, оказался 42, они мне подошли, чувствую в них себя комфортно. Так, дорогие друзья, прошел день, я в этих кроссовках сегодня ходил на работу. Что могу сказать? Зачетные кроссовки. Во-первых, они не скользят. Утром был гололед, ни разу не упал. Во-вторых, они не промокают, так как уже когда вечером шел, когда днем гулял, обедом на работе, луж было очень много, снег таял, ни разу они не промокли. Вот, видно, подошва сырая, теплые, нога вообще ни разу, ноги не замерзли. Я гулял довольно-таки долго сегодня, комфортно, тепло и самое главное, что по размеру подошло. Так что если будете брать, берите на размер больше. У меня 41, брал 42. Так именно эти маломерки, то как раз подойдут. Ничего не порвалось. И самое главное, что вид сохранился. Вот сегодня целый день я ходил. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.